Всем привет! Сегодня есть мой вызов принят. И как вы видите, я уже все подготовила. Здесь у меня 4 вызова, которые я должна сделать. Я выбрала именно у своих одноклассников 4 вызова, а 5 я подниму сама. Не знаю, может я возьму у них еще один вызов. Так, первое, что тебе нужно сделать, это съесть муку. Съесть муку? Ладно. Только они не написали, какую ложку взять, чайную или столовую. Столовая, чайная, столовая, чайная. Чайная. Я буду есть чайной, столовая. Я отсюда. Я подготовила пакетик. Сейчас я только возьму. Я взяла столько муки, потому что там не указано, сколько именно взять муки. И чайную ложку тоже. Вода! Так. Не знаю, сейчас я волосы уберу. Чтобы не блевануло на них. За вас. Нафиг. Сразу же открою. Страшно. Гроб заказывайте, если что. Вот мой номер. Это не настоящий. Ладно, с номером. На зубах это мука. Хорошо, что это была чайная ложка, не столовая, я бы не выдержала. У меня она до сих пор на зубах. Съесть какао такого порошок. Я так поняла, что это вот эта вот штука, которую надо заваривать какао. И они опять не указали, что здесь нужна или чайная, или столовая. Ну ладно. Уже столовая будет у меня теперь. О, и столовая, то есть чайная. Если я ее уже испачкала, значит все. Она вкусно пахнет. Фу, меня тошнит. Муки. И не указали, сколько надо взять. Вот сколько я взяла. Вкусно. Очень. Лицо я не корчила. Выпить воду 0,6 литра. А ты мне сколько? О, как раз! Как раз она у меня такая же. Блин, а я не знала. 0,6 литра. Вот могу даже вам показать. Вот. Но у меня нет таймера. Придется без таймера считать. Так, считается 1, 2, 3, 4, 5. Я буду так считать. А кстати, они же не указали, сколько воды. Или они указали? Короче. Но они не указали, пить мне или с такой штуки, или с такой. Так как я не увидела, что здесь написано. Там не было написано, сколько, из чего именно пить, из этой фигни или... Господи, это не выпью я, потому что уже выпила вот, так, вот столько вот воды, даже больше. Вот столько вот воды я выпила, не знаю. Раз, два, три.
Я, короче, выпила вот столько, я больше не могу. Потому что я и так столько, даже больше выпила, пока эту муку ела. Надо было сначала выпить за 30 секунд, а потом уже мука и так далее. Ох, господи, мне сейчас внутри там очень холодно. Ладно. Смешать сахар с солью и съесть. Съесть? Господи, я это не съем. Также опять они не указали, это слава богу. Фу. В этом пакетике, потому что я не решила как-то уже насыпать его. Ой, слава богу, они не указали. Я им вообще ничего не говорила, указывать, не указывать. Я сказала, указывать, сколько надо тебе или не надо. Ой, это Вика говорила. Я ее вызовы нафиг не брала, потому что там такие вызовы. Вызовы, что я не решилась ее взять. Взяла вот столько, щепотку соли и побольше сахара. Вот что значит не указывать. Больше. Господи, я не знаю, как я это съем. Но я не знаю, как насчет пятого вызова. Я еще даже не придумала, что сделать. Господи. Так, сразу пакетик. Можно было в туалет пойти. Я могу отказаться от него, но я должна это все сделать. Нафиг я хочу отказаться от него. Так, я решила от него не отказываться. Ну, слава богу. Господи. Нафиг. Сахара побольше. Это было все. Спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И, конечно же, пишите в комментарии еще какие можно ингредиенты сделать, потому что это еще одноклассники мне писали, а вы нифига ничего не писали. Вы должны все написать. Пишите, я хочу, как вы меня любите, я хочу это все узнать. Нафиг. И всем пока-пока.